помышления наши горцем. Господи, помилуй. Господи, Вседержитель Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом Господине Отце нашем, Святейшем Патриархе Пимене и о Господине, Высокопреосвященнейшем Митрополите Филарете и о Господине нашем, Высокопреосвященнейшем Архиепископе Иринее и всей во Христе братья наши. Тех и воинстве и я, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о братьях наших, священницах, священном монасях и всем во Христе братстве нашем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о блаженных и преснопамятных, святейших патриархах православных, и создателях святого храма сего, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду православных. Еще молимся о подносящих и добродеющих, во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие.